Всем привет, дорогие друзья! С вами Поль Погба. Сегодня у нас встречаются полуфиналисты Мегабольной Лиги Чемпионов Тузы и Восьмерки и Аргентина, участница первого дивизиона. Сегодня нас ожидает матч в 1/4 Кубка Мегабольной Лиги Чемпионов. Давайте сразу окунемся в атмосферу Кубка. Спасибо оператору Пушкарю за то, что снял матч. Давайте перелистнем. Перемотаем. Отчет. Переходим мы к составам. Составы у нас следующие. Эджи Стайлз в опоре. Кунрес и Фриман у нас нападение на Буфонах. Входит в основу то, что Эджи Стайлз у нас в опоре играет. Состав Аргентины. Топо Опен Ап у нас саппорит. И Бету и Лёва у нас нападающие. Кунрес в углу. Не дает вывести мяч. Эджи Стайлз на Фримана. Фриман давит. Сразу переместилась игра на половину Аргентины. Тузы и восьмерки у нас прошли Скриликс. А Аргентина по техническому победе прошла у нас Black Scorpions. Фриман, Джи Стайлз замешкался у нас. Джефф Харди. Кунрес опасно выходит. И это дабл. Какой дабл мы сейчас лицезрели. Он рискнул и он сделал. Отличный гол. Бету продавливает Джи Стайлз. Не знаю, чья, конечно, это ошибка. Может, Кунреза то, что дал пройти так Бету. Или самого Джи Стайлза из-за позиционки. Кунрез с мячом. Неплохой дабл. Сдваивание. И не попадает мяч в ворота. Не удалось затолкнуть его командам. Бету с мячом. Теряет мяч у нас он. Кунрес с мячом. Эджи Стайлз. Фриман отталкивает Лёву. Умело он это делает. Неплохой пас на Кунреза. Сейчас не получился у него дабл. Топ Панап в углу смещается, чтобы не дать продвижение атаки тузов. Фриман. Фриман мог между дать, но там не занял позицию свою Кунрес. Эджи Стайлз. Неплохо поднимает. Сейчас дает развитие атаки. Топо от Панап. Эджи Стайлз. После длительного перерыва у нас возрождает свою деятельность кубок. Топо Опен Ап. ЦСКА Лёва. Упали скорости в игре. По крайней мере, скорость была в атаке у тузов. Сейчас Аргентина лишь защищается, держит оборону. Остается у нас 1,5 минуты до окончания. Хорошо позиционно занимают свои позиции в дефе Аргентина. Кунрес с мячом. Джи Стайлз. Хороший пас на Фримана. Фриман от борта поднимает. Джи Стайлз идет навстречу Лёве. Сейчас не получилось Джеффу Харди прокинуть мяч. Не попадает Кунрес. Какая-то доля миллиметра от его радиуса была. Кунрес
не дают выйти тузы из обороны Аргентине. Слишком далеко поднял у нас Джефф Карли. ЦСКА Лёва прямо Фримана. Двадцать секунд до окончания первого тайма. Счет у нас 1-1. Достойно держится у нас Аргентина. Кунрес с мячом в углу. Решил отталкивать у нас Фриман игрока. Неплохо поднял, но все же конец тайма у нас. Запись у нас идет. Давайте продолжим. Окунемся уже со всеми мыслями во второй тайм. Естественно, у нас меняется сторонами команды уже. Аргентина за красных. Произошла у нас замена в Аргентине. Вышел форвард. Нападение. Вместо Лёвы. В тузах у нас нету замен. Итак, второй тайм. Счет у нас 1-1. Ничья. Опять медлит Джефф Харди. Топовый панап с мячом. Неплохой подъем от форварда. Что-то выскочило, извиняемся. Всякое бывает. Продолжаем. Фриман с мячом в углу. Пытается от угла обратно себе мяч. Форвард с мячом. Улетает у нас форвард. Эджи Стайлс хорошо занял позицию и не дал перейти в атаку уже Аргентине. Не получается спас. Пытаются комбинационно разыграть деф Аргентины. В этот раз не получилось. И это гол. Чем-то напоминает гол МВД в матче против Арсенала. Там тоже непонятно, как залетело. ОСБ борется с Фриманом в углу. Неплохо Джефф Харди занимает у нас позицию. Как вырезал на Фримана. И это даб... как не забивает. Кунрес должен был завершать эту атаку. Какой дабл от Фримана. Две минуты до окончания второго тайма. И не дотягивается у нас Кунрес. Эджи Стайлс отходит назад. Форвард на Бету. И могли вполне забивать, но немного не получилось. Не вышло, так сказать. Пытаются комбинационно разыграть, но... либо позиции неправильно занимают у нас игроки Аргентины. Либо что-то другое. Неплохо понимает Фриман. Немножко мяч не так лег, так сказать, на голову. Фриман с мячом не дает выйти. Как хорошо борется около борта Фриман, игрок тузов. Фриман на Джефф Харди. Выходит за оборону у нас Аргентина. Посмотрим, что из этого выйдет. Фриман у нас стоит, ФП не дают. Дали ФП. Пишет Go, форвард.
Поехали. 40 секунд до окончания. Неплохо, неплохо. Как сыграл у нас форвард. Просто красота. Фриман. Фриман на Канреза. Неплохо по бортам. Счет аналогичный первому тайму у нас 1-1. В итоге у нас по двум таймам счет уже 2-2. Неплохо борется в углу Бету у нас. Не дает практически ничего сделать тузам. То с Фриманом боролся, то с Конрезом. И мы продолжаем. Далековато мы промотали. Как видели, тузы уже забили гол. Не получилось забить у Фримана. Слава богу, то что Кунрез завершил эту атаку. Как поднимает Фриман. Заглядение. Ну тут тузы, конечно, показывают свой уровень. В классе они, конечно, в этом матче выше. Не сказал бы то, что на голову, но выше. Хороший матч у нас проводит Аргентина. Тузы у нас проиграли Ньюэдж Мегаболу в серии 3-1. Забивает сам себе форвард. Счет уже 4-2 в пользу тузов. Но Аргентина у нас заняла последние строчки первого дивизиона и играет в принципе на равных с тузами. Конечно, тузы жмут их на их половине. Но вы посмотрите, какая защита у Аргентины. AJ Styles между как прикидывает. Неплохая перепасовка. Пытается дабл, но пижон, да. Надо было, конечно, по-другому сыграть. 4-2, 3 минуты у нас остается. Каких-то 2 мяча надо забить Аргентине, чтобы сравнять счет. Выровнять свое положение в этом матче. И перевести, конечно, игру в овертайм. Фриман с мячом в углу. AJ Styles поднимает от борта. Фриман идет. Опять зажали Аргентину. Тузы. Неплохой пас на ход форварду. Кунрез бежит с мячом. Не получается у него. И это не получилось. Какое сдваивание от игроков Аргентины. Топ Open Up сдвоился с Бету. Неплохой матч у нас проводит Бету. Весьма неплохой. И на Фримана Фриман. Фриман все-таки завершает. Хотя должен был это делать ранее. Зажимал он тогда ПШ. Power shot удар. Пять два счет у нас. Между Джефф Харди толкает мяч. Форвард вверху. Счет 5-2. Надо 3 гола забивать Аргентине. Полторы минуты. Всякое возможно. Не получилось продавить у Бетту. Топ опен ап на форварда.
Топ Open Up. Остается минута, счет 5-2. Нужно 3 гола забивать Аргентине, еще раз повторюсь. Сейчас мог опасный быть удар от Канреза. Или Кунреза. И 6-2. 4 гола. Конечно, это уже маловероятно, если вообще возможно. Досматриваем матч, дорогие друзья. Аргентина нам показала достойную игру. Но вот в третьем тайме уже не выдержала у нас команда первого дивизиона. Но игра достойная всяких похвал. Уже советует Джефф в чате, как надо было играть. Может, уже для будущего. Для будущих матчей. И 5 секунд. И счет у нас завершился. Извиняюсь. Матч у нас завершился со счетом 6-2. Победили у нас тузы. Спасибо всем за просмотр. С вами был Поль Погба. Кубок Мегаболина Лиги Чемпионов. 1/4 финала. Всем до свидания.